своей жизни. И миллион пережитых позитивных эмоций. Нереально круто. Это место, которое ничем не заменишь. Звездная ночь, романтика, невероятная энергетика. На острове я влюбился. Потому что здесь происходят чудеса, в первую очередь открытие самого себя. Обязательно вернуться сюда. Своим, за ответами на вопросы, за фаном, за спортивными состязаниями, за тусовкой, просто провести отпуск. Здесь весело, интересно, насыщенно, много событий, приключений. Здорово, остров это здорово. Так много всего можно сделать за короткие 10 дней, попасть на необитаемый остров и не убежать оттуда, проплыть 2,5 километра в открытом Индийском океане, поучаствовать первый раз в жизни в триатлоне, приобрести много новых друзей, танцевать под открытым небом на мягком песке, купаться в потрясающем, красивом, лазурном океане, пить шампанское и виски из горла. Не так много вещей нужно для того, чтобы чувствовать себя хорошо, счастливо. В современном обществе, наверное, самое нужное, самое полезное, что может быть, это люди. Это люди, которые тебя окружают. Это люди, которые занимают большую часть своего времени.